По словам Сергея Пуликовского, практически все молодые люди пройдут службу на территории Южного военного округа. Где служат в основном призывники из Краснодарского края? В каких условиях они служат? Как с ними можно связаться? На данном этапе 80% призывников будут служить на территории Южного военного округа. Значит, только узкие специалисты, соответственно, кто заканчивает специальную доподготовку, они разъезжаются уже по территории всей Российской Федерации. Сейчас на сборном пункте каждому призывнику у нас выдается телефон с сим-картой, с которой он убывает для службы в вооруженных силах. Предоставляется определенное время – 2 часа в день, когда он может связаться со своими родственниками. Кроме этого, Вениамин Кондратьев обсудил допризывную подготовку. Кубанские парни считаются одними из самых лучших среди новобранцев. 84% ребят из региона попадают под категорию «годен к воинской службе». Работать нужно не только в момент призывной, в момент призыва, а до того, потому что нам сегодня важно понимать, что молодежь была готова к службе вооруженных сил. Чтобы она на самом деле была подготовлена, для этого мы делаем все возможное. То есть спортивные секции, военно-патриотическая работа. Год от года мы наращиваем сегодня возможности у молодежи заниматься спортом. Это строительство спортивных комплексов, спортивных секций. Их все больше появляется и в школах, и ДОСАВ планирует в дальнейшем по повышению образования и в том числе в воинских специальностях. Мы можем сегодня с гордостью говорить, что Кубань вносит достойный вклад в обороноспособность нашей страны. Нам удалось благодаря помощи вашей сформировать определенный резервный фонд, я вам докладывал. Мы все своевременно выдали практику ребятам. Вот, и вот эти вот наши ребята, 690 человек, это водители, БТРщики и десантники, своевременно были призваны весной. В армию в весенний призыв отправились и казаки. Это 378 человек. Планируется, что к концу года служить будут около 1000 молодых казаков. Также на Кубани есть и спортрота. Она базируется в Адлере. Отдавать долг родине туда отправятся те, у кого как минимум есть звание кандидата в мастера спорта. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.